Анна Шаловінська, дозвольте так представлю, громадська діячка, активістка, гарнюня нашого міста Миколаєва. Доброго ранку, як завжди, ідейні такі цікаві проекти. Що це за проект? Що це за читання будуть і чому Стівен Хокінг? Розказуйте все. Рассказываю быстро все, потому что времени мало. Я задержалась, извините. Ничего, мы встигнемо. Я полтора года не была в городе, опять 3 месяца. Ну, мне же скучно, правда. Я На думаю, было самом б не деле цікаво, вибачте, чтение... якби ви вчасно прийшли. А так ми зараз сюди. Да, мы Да, быстро все. расскажем. На самом деле чтение вслух – это такая простая, обычная, как всегда, ну вот как кино по локации, просто включил кино, тоже, точно так же booking reading вслух, да, потому что будет чтение на 3 языках. На самом деле будет украинская мова, не буде, не можна казати де, ви можете це побачити у соціальних мережах, не буду казати сьогодні у 6 вечора на українському язикі, ще в одному заведенні, яке теж не можна називати, щоб ні в коєму случаї не заподозрили телеканал в рекламі, і мене в тому числі. Тому воно буде по суботам в 11 часов на російському язикі, і буде ще третє заведення. Ну, холодно сейчас на улице читать, я думаю, в мае ветрено, да. это занадто. Будет чтение на английском, на русском и украинском. То есть я делаю точно так же, как и делаю своему сыну. То есть сейчас сын уже взрослый, ему читать, он уже сам читает, поэтому не скучно, мне хочется тренировать свою дикцию. Кстати, в том числе. На самом деле, это акция такая популяризации, чтобы дети все больше и больше хотели читать. Это, ну, естественно, основополагающая идея. Кроме этого, я планирую открытие, тоже нельзя, наверное, рекламировать себя, достаточно частного, но тоже такого пункта образовательного. Ну, что это за пункт? Это будет школа Lego Education, робототехники и физики. Вот сейчас прекрасные николаевские инженеры, но курс физики, он будет частично бесплатным для детей. Ну, для там, детей из многодетных семей, детей бойцов, детей, ну, разных слоев населения. Это будет такое основополагающее для того, чтобы просто все Лего все захотят. Робототехнику тоже все захотят, а я очень сильно болею за курс физики, а сейчас ребята, молодые ребята, такого химстеры и юные прикладные математики, физики, ядерный инженер, есть один консультант, который, ну то есть они разжевывают ее так, чтобы дети в 6 лет поняли, что такое теория вероятности, чтобы они поняли принцип рычага. То есть это такая вещь, которая, как оказалось, вообще в Украине, вообще в мире. Вот мы используем американскую и французские концепции, то есть там с помощью инфографики, видеороликов и опытов, то есть большая часть это будет практическая. Ну на самом деле, то есть Чекам. Отдельно reading вслух, но весной это все к этому симбиоз идет, но это идет к этому да. на самом деле, да, плавно потому что... переходит. Ну цього дійсно не вистачає. От да. Фізика, ну я, не вистачає. Я просто столкнулась с тем, что мы ходили, у меня 8-летний сын, которому не, то есть тогда некуда было ходить, мне когда было кино по локации. Вот, ну все просто очень. А сейчас ребенок на станции юного техника отлично, но не хватает очень многого. То есть я думаю, мы хотели там преподавать. Возможно, будем брать оттуда, чтобы они нас там консультировали или проводили какую-то там, ну, небольшую хотя бы лекцию. Потому что, ну, очень не хватает. Очень много заведений для девочек. Очень много. Слушайте, вот это по правда, дизайну, я это точно знаю. Да, а, вот а для мальчиков это такая вот просто какие-то постоянные, очень много рукопашного боя, хотя я... Вот, до речи, ну, ну, нельзя, ну, я не рекомендую. У меня физиологи, хирурги, друзья говорят, нет, до 11 лет никаких... Ну, естественно, у него есть все равно спарринги там во дворе с друзьями, но вот то такие основы... Да. да, он там большим теннисом занимается, но... Вот такого технічного кружка, ну я надіюсь, що його це зацікавить. Це буде цікаво. Ми будемо слідкувати за розвитком да. вашого проєкту. Я тепер не здивована, есть... чому Стівен Хокінг був обрав. Він же ж фізик. Да, він это, з донькою. Це Света Чубанова, і ми зайшли одновременно львівським. Простите. Туди. Вот, да, да, в то заведення і. Она пришла тоже за книжками, он говорит, и такая была смешная фраза, говорит, да, хорошие девочки приходят не сырники кушать, а книжки покупать. Мы как раз брали книжки, я говорю, я не могла выбрать там, что-то там, больше всесвіту, так,
космічного такого направлення. Там дві його книги. Вони обидві гарні. Там в обидвих така дуже-дуже файна українська мова. Я дуже, я дуже нервничаю, тому що я 11 років училась і в інституті училась на українському язикі. Но там вот я волнуюсь за свою дикцию, поэтому я надеюсь, у меня сегодня вечером получится. Но это если, ну как всегда, если придет больше 5-6 человек, окей, мы продолжаем. Ну, я просто буду, ну, смотреть, да, что людям интересно. То есть по субботам это будет Муми Тролли. Это более, это Туве Янсен, я ее обожаю, я ее перечитала, наверное, все книги своему сыну, поэтому она легко очень идет, и она интересная, она такая вот и философская, и там и о технике тоже, кстати, есть немножко. Угу. Можно преанонс зачитаю? Ми мандруватимемо всесвітом та будемо обговорювати гострі питання повсякдення. Так, буде проектор із коротким кінофільмом, що про космос ще начитані. Ну, звичайно. Вау. Ну, і ще раз нагадаємо, о котрій годині завітати? 6 часов між нас по Соборної, між Шевченком і Макарова, є одне заведення. Отож, сьогодні читаємо, а навесні будемо майструвати. До речі, ми кажемо хлопчика, дівчатка так само можуть, тому що нашим дівчаткам деяким набридло вже там танцювати, вишивати, і вони хочуть щось там таке фізичне робити. Отож, така змога буде. Я думаю, що ми встигли все розповісти. Впоралися. Дякую вам, так швиденько, але я думаю, що нас всі почули і зрозуміли. Запрошуємо вас сьогодні на читання. Анна Шаловінська, громадська діячка, активістка, була у нас в гостях.